Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор пуль финского производителя САКО. В нашем случае у меня в руках пуля САКО, модель 143А, это 30-й калибр, вес 123 грейна, 8 грамм по-нашему, Full Metal Jack с баллистическим коэффициентом 0,270. Пуля от производителя отпускает в боксах по 250 штук. Боксом назвать сложно, коробочка. Вот так выглядит эта пуля. Открытое донце, свинец. Нет каннелюры. Фирму САКО очень я люблю за консервативно, за то, что она сделала Hammerhead. Все остальные пули, конечно, это не лапа, но пулька 143, а имеет место быть и на будущее, в принципе, бюджетная пуля. На короткие дистанции до 100-150 метров, в принципе, работает отлично. На стильность, конечно, не очень, 200 метров уже чересчур, но вот 100-150 метров отрабатывает на 98%, так скажу. Ну и финское качество, опять-таки, главное, что здесь от партии к партии, да, вот вес 8 грамм, и не туда, и не сюда, да, то есть все вот стабильно. По длине у нас эта пуля имеет 22, и обманул вас, 23 ровно миллиметра длина пули. Соответственно, диаметр классический 308 калибр, это 7,82. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!